Ледники тают, уровень мирового океана поднимается. В последнее время часто слышим такое. За последние 137 лет средняя температура на Земле поднялась примерно на 1 градус. Вероятность того, что во всем этом виноват человек, 95%. За весь 19 век уровень воды поднялся на 6 сантиметров. В течение 20 века эта цифра увеличилась в 3 раза. Уровень воды поднялся на 19 сантиметров. Ученые прогнозируют, что к концу 21 века уровень мирового океана поднимется на 2,5 метра. Последствия будут разрушительными. А что будет, если растают все ледники? Уровень мирового океана поднимется на 68 метров. В результате такой катастрофы американцы останутся без Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов. Штат Флорида исчезнет полностью. В Южной Америке под воду пойдут Буэнос-Айрес, Монтевидео, Рио-де-Жанейро. В Европе исчезнут целые государства. Нидерланды, почти вся Дания, половина Бельгии, вся Прибалтика. Под водой окажутся Лондон, Берлин, Стамбул, Венеция, Рим. Поэтому, пока есть возможность, посетите эти города. В Африке под воду пойдут два египетских города – Каир и Александрия. В Азии под водой окажутся Шанхай, Пекин, Токио. Что касается России, то до Москвы вода не доберется. Но, к сожалению, под водой окажутся Астрахань, Архангельск, Махачкала, Санкт-Петербург, Новороссийск, Анапа, Сочи. Крым станет островом. Глобальное потепление наносит ущерб одному из процессов, который регулирует температуру Земли. Лед отражает энергию Солнца обратно в космос, и это способствует охлаждению Земли. По данным расчетов ученых, если растают все льды планеты, то, соответственно, увеличится частота вращения Земли, что, само собой, ведет к глобальному изменению климата. Можно ли предотвратить такие ужасающие последствия? К сожалению, полностью нет, потому что до сих пор неизвестно, кроме человеческого, какие еще факторы влияют на таяние ледников. Для решения проблемы необходимо принятие серьезных мер на всех уровнях общества. Сохранение ледников зависит от ученых, органов власти, от каждого из нас. А подписка на наш канал зависит только от твоего желания. Подпишись и узнаешь много интересного.